Как метко пошутил один мой знакомый, в Башкирии сложилась добрая традиция. По понедельникам министр международных связей и конгрессной деятельности Маргарита Дмитриевна Болычева рассказывает Хабирову, как он провел минувшие выходные. Но в этот раз получилось совсем плохо. Маргарита Дмитриевна, в общем-то, рассказала, как Хабиров провел эти выходные, но самого Хабирова на оперативном совещании в этот раз не было. Дорогой Ради Фаритович не смог вернуться из Абхазии вовремя в солнечный Башкортостан, и оперативное совещание пришлось проводить Андрею Геннадьевичу Назарову и Константину Борисовичу Толкачеву. Ну, как положено, Константин Борисович страшно вращал глазами и смотрел по сторонам. Большего участия в оперативном совещании он не принимал, а Назаров, собственно, провел эту оперативку, и она была длинной. Ну, не сказать, что увлекательный, но, в принципе, темы, конечно, обсуждались важные. Для начала Назаров рассказал нам о том, что в Башкортостане формируются следующие батальоны для отправки в зону специальной военной операции. По утверждениям премьер-министра, свыше 600 человек уже записались в два новых батальона имени Даяна Мурзина и батальон под названием «Северные Амуры». Также в составе этих батальонов будет некая специальная разведывательная рота «Ватан». Об этом нам тоже рассказал премьер-министр республики. И Назаров строго отметил, что главной или основной задачей правительства на данный момент является максимальное способствование и финансирование оснащению и процветанию вот этих вот воинских подразделений, которые Башкортостан отправляет в зону специальной военной операции. Итого у нас получается уже 5 батальонов от Башкортостана отправляются на СВО. Пожалуй, что это рекорд для регионов Российской Федерации. Не знаю, в чью копилку пойдет это достижение, но факт остается фактом. Уже 5 батальонов сформировано от Республики Башкортостан. Продолжая вступительное слово к оперативному совещанию, Андрей Назаров сообщил, что теперь наше все – это дружба с Абхазией, а вовсе не с Казахстаном, который пошел неверным путем и примкнул к коварному Западу по части соблюдения санкций. Строится наша дружба с Абхазией будет исключительно на проектах башкирско-абхазского долголетия, ну и, наверное, еще детского отдыха в Абхазии. Ну и, конечно же, мандарины. А вот детально рассказать о перспективах сотрудничества с такой могущественной страной-партнером, как Абхазия, господин Назаров попросил Болычеву Маргариту Дмитриевну. Это как раз превратилось в тот самый рассказ о том, как же дорогой Ради Фаритович провел выходные и что нам теперь ждать от дружбы с братской Абхазией. Маргарита Болычева в свойственной ей манере отличницы рассказала нам о том, какие перспективы все-таки ждут экономику Башкортостана и Абхазии в ходе вот этого самого сотрудничества. Естественно, Абхазия – родина советских мандаринов, аджики и шашлыков. Что еще она может нам посулить? Ну, во-первых, госпожа Болычева предполагает, что возможен 20% рост взаимного туристического потока. Наверное, абхазские туристы могут приезжать к нам сразу уже с шашлыками, обмазанными аджикой, а мы уже поедем к ним с рюкзаками кумыса и меда, играя на кураях. Ну, иначе я себе образно не представляю вот этот вот взаимный туристический поток. И вообще непонятно, зачем бы абхазским туристам приезжать в Башкортостан, например. Ну, Маргарите Дмитриевне виднее. Также башкирские дети будут отдыхать в Абхазии, ну, при условии, естественно, что если у их родителей хватит денег на оплату этого отдыха, до Сочи надо все-таки долететь, самолеты сейчас нынче дороги. При этом Назаров несколько раз отметил, что
сутки пребывания в абхазских здравницах и пионерских лагерях обходится чуть ли не в 4 раза дешевле, чем, например, в лагерях Башкортостана, имеется в виду для детей. И это при 4-разовом питании и прочих-прочих там всяких удовольствиях. Айбулат Хажин, правда, жалобно вставил в эту всю тираду свои 5 копеек, заявив, что он лично попросил абхазских братьев немножко поднять цену на пребывание детей, чтобы улучшить качество питания. Вот тут я, конечно, насторожился, когда чиновник просит контрагентов поднять цену, это наводит на нехорошие мысли. Республика Башкортостан в порядке братской помощи поможет подготовить специалистов для Сухумского аэропорта. Абхазия – это мощная туристическая страна, впрочем, в которой нет ни одного аэропорта. Вот такая замечательная страна-партнер. Ну, естественно, конечно же, случится межпарламентский диалог между парламентами Башкортостана и Абхазии. Ну, депутатам госсобрания тоже шашлыков с аджикой хочется. Мы планируем культурно обменяться театрами и песнями с абхазским народом, ну, а также обменяться уроками мужества и вообще героями боевых действий. Ну, по крайней мере, так нам рассказала Маргарита Болычева. Главным мероприятием наведение мостов между Абхазией и Башкортостаном станет, только, пожалуйста, не смейтесь, возведение в Уфе колоннады дружбы с Абхазией. Маргарита Дмитриевна не уточнила конкретно, что это будет за объект и каким образом он будет способствовать установлению абхазско-башкирской дружбы, но я предполагаю, что Салават Щербаков уже заготовил эскизный проектик этого чудесного архитектурного ансамбля, а я от себя лично все-таки предлагаю поставить эту колоннаду прямо на Советской площади, можно поперек дороги ее поставить, потому что, ну, по мнению многих башкирских архитекторов, с позволения сказать архитекторов, недостаточно колонн на Советской площади, можно прибавить и колоннаду дружбы с Абхазией. Завершила свой радужный прогноз взаимодействия с этой могущественной страной Маргарита Болычева сообщением о том, что продолжается обсуждение перспективы прямых поставок в Республику Башкортостан и, соответственно, в Абхазию таких продуктов, которые производятся на этих территориях. Прямые поставки алкогольной и другой продукции в Республику Башкортостан без посредников и в том числе продажа нашей продукции без посредников в Республику Абхазия. Это такие товары, как мороженое, косметика и другие, которые сегодня находятся в проработке. Как алкоголь, мороженое и косметика. Ну, грандиозная номенклатура товаров, согласитесь. Ну, а как же аджика и чучхелла? Базовая основа всей абхазской экономики. Тут, пожалуй, что Маргарита Дмитриевна что-то не доглядела в своих экономических прогнозах. Но если быть серьезным или не очень, то складывается ощущение, что вообще госпожа Болычева может соорудить доклад о перспективах сотрудничества даже, например, с Западной Сахарой. Был бы хороший видеоролик, была бы бодрая музычка, и вот под это все дело можно запустить доклад и доложить, что с этой страной можно сотрудничать очень плодотворно и очень выгодно. С любой страной. Но хотелось бы напомнить, что такое вообще вот эта Абхазия. То, что, ну, в нашем представлении это какой-то там теплый край, Сухуми, Гагра и шашлыки, берег моря, расслабленное пиво. На самом деле Абхазия – это мало кем признанная страна. Всего 6 стран в мире признали Абхазию самостоятельным государством. Государство это имеет население, которое меньше, чем население города Стерлитамака. Бюджет этого государства меньше, чем бюджет города Уфы. И надо отдельно отметить, что половину этого бюджета формирует из своего кармана сама Российская Федерация. Вот такого могучего партнера нам подобрал Радий Фаритович на минувшие выходные, а Маргарита Дмитриевна рассказала нам о перспективах сотрудничества с этим могучим партнером.
Далее оперативка стала входить в привычное русло, и Назаров попросил рассказать Елену Анатольевну Прочаковскую об основных трендах и проблемах недели. Начнем с обращения жителей в соцсетях. Основные тренды, проблемы за неделю. Прошу, Елену Анатольевну Прочаковскую, продолжите. Мадам Прочаковская рассказала нам, что, в принципе, список проблем остался прежним. Жители Башкортостана традиционно много жалуются на дороги, и, как она странно выразилась... Дороги у нас остаются по-прежнему на первом месте, но снижается количество обращений, это видно на экране, на слайде. Добавляется, ну, не в такой значительной степени, как на прошлой неделе, на 22 обращения больше. Как понимать про Чайковскую, я не знаю. Мусор у нее продолжает обнажаться. Острая проблема про Чайковскую беспокоит с открытыми люками, которые... тоже обнажились, видимо, по мере таяния снега. Пыль поднимается в воздух, что тоже Прочаковская считает проблемой. Ну и подтопление дорог. Вообще список традиционно стабильный. Дороги, благоустройство, ЖКХ, медицина, транспорт, социальное обслуживание, образование, мусор, строительство и мобилизация на 10-м месте. Но... то, что касается транспорта, вот здесь мадам Прочаковская сделала неожиданное заявление. Она расследовала и выявила страшное злодейство, которое позволяли себе башкирские пенсионеры. У башкирских пенсионеров была такая социальная карта МИР, по которой они могли ездить на общественном транспорте с определенной скидкой. И вот Прочаковская отследила количество и закономерность передвижения башкирских пенсионеров и выяснила, что некоторые из них, подчеркиваю, некоторые, несколько, я бы сказал, воспользовались этой картой несколько сотен раз в месяц. И Прочаковская посчитала, что это страшное злоупотребление, злодеяние. Прочаковская предположила, что эти пенсионеры не просто катались на башкирских автобусах, а еще и передавали вот эту карту МИР, ну, своим родственникам, друзьям, возможно, внукам. Когда провели анализ, оказалось, что у некоторых пенсионеров либо у льготной категории бывало в месяц по 400-500 поездок, что малореально говорит о том, что, скорее всего, передавали эти карты другим лицам. Сейчас ограничили 90 поездками в месяц. Ну, естественно, это же недопустимо. Это же грабеж средь бела дня. Практически запустили обе руки в карманы Прочаковской. И Прочаковская пробила решение о том, что теперь пенсионеры Башкортостана вот по этой несчастной социальной карте МИР будут иметь возможность ездить на общественном транспорте не более чем 90 раз в месяц. Вот так. То есть, если человек каждый день ездит с пересадкой, то есть это 4 посадки, то ему уже не будет хватать на ежедневные перемещения в общественном транспорте. Как говорится, нефига. Разбаловались, понимаешь ли, внучкам отдают карты на льготный проезд. Все. Прочаковская, как говорится, перекрыла кислород злодеям-пенсионерам, и теперь пенсионер еще подумает, ехать ему на общественном транспорте или купить себе бутылку кефира. В общем, конечно, вот зорко Елена Анатольевна следит за тем, чтобы пенсионеры, не дай бог, не получили чего-нибудь лишнего от государства. При этом Прочаковская следит не только за интересами пенсионеров, но и бдит интересы энергосбытовых организаций. Я говорю о том, что ни словом Елена Анатольевна не обмолвилась о многочисленных жалобах жителей республики и города Уфы на то, что в их квартирах стоит ужасная жара и что всякие БашРТС и прочие организации, подающие тепло в квартиры, продолжают поджаривать их, при том, что весна у нас несказанно теплая. Понятно, что энергосбытовые организации были тоже удивлены столь быстрому потеплению и никак не рассчитывали на то, что жители Башкортостана получат послабление по оплате отопления за апрель. Так что будьте добры, оплачивайте апрель как январь. При этом действительно люди на это жалуются, но Прочаковская об этом молчит, как Чарли Чаплин. В общем, закончила она свое выступление весьма бодро и напористо, заявив, что так-то все под контролем, работаем. Конец цитаты. Ну, понимаем, да, под контролем у нее и пенсионеры, и БашРТС. Так все
под контролем, работаем. Далее премьер-министр республики поинтересовался ситуацией в ЖКХ на дорогах и ЧС. Голованова Ирина Александровна, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, бодренько сообщила о том, что в республике за истекшую неделю случилось только одно крупное отключение коммунальных ресурсов, да и то в Караидельском районе. Ну, правда, случилось 16 мелких отключений в Уфе, менее 8 часов, которые затронули 81 многоквартирный дом. Всего Голованова подытожила первый квартал. За этот квартал произошло, внимание, 735 отключений коммунальных ресурсов, что на самом деле очень много. За первый квартал текущего года всего было зафиксировано 735 случаев отключения коммунальных ресурсов. И я уже говорил о том, что вообще-то раньше отключение там воды, газа, света или еще чего-то, не дай бог, тепла зимой считалось абсолютно чрезвычайной ситуацией, то теперь это в порядке вещей. Всего за три истекших месяца 735 фактов отключения коммунальных ресурсов. И, судя по всему, нас готовят к тому, что это вообще будет регулярно, а впоследствии веерно. Потому что инфраструктура Российской Федерации ветшает стремительно, а специальная военная операция, сами понимаете, сама себя не профинансирует. Так что вот это два разнонаправленных абсолютно процесса: разрушение инфраструктуры внутри страны и затраты, перенаправленные в ту сторону. Также Голованова рассказала нам о том, что в Башкирии стартовали субботники, и что в ходе этих субботников были обнаружены и вывезены 19 тысяч тонн снега. Сами понимаете, самое время со снегом начинать бороться. А также высадят буквально скоро-скоро, внимание, 23 тысячи крупномеров на 48 новых аллеях по республике Башкортостан. 29 апреля и 13 мая объявлены едиными днями проведения акции «Зеленая Башкирия». В эти дни планируется формирование 48 новых тематических аллей на общественных территориях. На новых, уже ранее сформированных аллеях будет высажено 24 тысячи крупномерных деревьев. Замечательный бизнес по высаживанию крупномеров продолжает процветать. Он, конечно, сезонный, но вполне себе очень маржинальный. Большинство ранее высаженных крупномеров на аллеях в Уфе и в городах республики закономерным образом погибли, и теперь на их смену приходят другие такие же крупномеры. 23 тысячи крупномеров. Каждое деревце стоит очень немалых денег. Так что очень круто кто-то наживается на этой мании Хабирова высаживать и высаживать аллеи, которые с завидной регулярностью высыхают, будучи посаженными в этом сезоне уже к следующему сезону. Далее в рамках того же доклада Александр Таксист Колебанов, который считается у нас министром транспорта и дорожного строительства, рассказал нам о ситуации на дорогах. За неделю произошло 47 ДТП, 53 человека в них пострадали и трое погибли. На данный момент статистика по отношению к погибшим в прошлом году за тот же период составляет минус 8 человек, что на самом деле неплохо. Также Клебанов кратенько упомянул и ямочный ремонт. Он утверждает, что уже оцифровано почти 20 тысяч ям, из которых устранено почти 7 тысяч. Ну, то есть вот 30% сразу же уже и устранили. При этом запущены и работают 11 асфальтовых заводов, а 20 еще не запущено. Но вот-вот скоро, видимо, запустят. А то Радий Фаридович очень шумел на эту тему. Ну и Клебанов констатировал, что в Башкирии затоплено на данный момент паводком 8 автомобильных дорог. Четвертым докладом оперативного совещания был доклад министра сельского хозяйства Фазрахманова Ильшата Ильдусовича о ходе подготовки к весенним полевым работам. Ильшат Ильдусович сообщил нам о том, что 2 миллиона 170 тысяч гектаров в республике Башкортостан будут задействованы под годовой сев. Потери озимых в этом году вполне себе сносные 6% при нормативе в 7%. Согласно конъюнктуре рынка, как выразился господин Фазрахманов,
В этом году посадят больше гороха, гречихи и сахарной свеклы и меньше посадят зерновых. Яровой зерновой клин планируют засеять на площади более 1 миллиона 440 тысяч гектар. В этой группе в текущем году мы увеличиваем площади гречихи и гороха, которые востребованы в этом году на рынке. Семенами республика обеспечена полностью, что, кстати говоря, странно, потому что некоторые семена вообще не производятся в Российской Федерации. А вот с удобрениями в республике Башкортостан в этом году беда. Вообще нет удобрений в Кугарчинском, Куиргазинском, Бурзянском, Белорецком, Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Хайбулинском, Белокатайском, Караидельском, Иглинском, Белебеевском, Карманскалинском, Миякинском и некоторых других районах. Всего в 21 районе Республики Башкортостан, которые занимают более 50% площади и, соответственно, посевных площадей по республике, в них удобрений не заготовлено. Взрахманов не стал объяснять, почему так случилось, но обреченно предположил, что, цитирую, «аграриям этих районов, видимо, урожай не нужен». Конец цитаты. Наверное, аграриям тех районов урожай не нужен, так как без минеральных удобрений, значит, никакого урожая получить невозможно. Меня, честно говоря, очень насторожила вот эта вот обреченность министра о том, что он тут, значит, докладывает нам о том, что в этом году будет на 300 единиц больше техники. В этом году там полным-полно бензина для тракторов и всяких разных комбайнов, но при этом совершенно нет удобрений. И даже Фазрахманов понимает, что без удобрений никакого урожая не будет. Не знаю, чем это все объяснить, но при этом Фазрахманов ни словом не обмолвился о тех миллионах тонн зерна, по некоторым предположениям о 2 миллионах тонн зерна, которые так и остались гнить на полях Башкортостана, не будучи убранными должным образом. И ну, вот, сразу после того, как зафиксировали прошлогодний рекорд по урожайности, они сгноили там до 2 миллионов тонн зерна просто под открытым небом. Ну, возможно, причина того, что аграрии в этом году переходят на сахарную свеклу, горох и гречку, именно в этом. Потому что на самом деле в Башкортостане негде хранить зерно и негде его обрабатывать. А сам Фазрахманов в своем докладе ни словом не обмолвился о состоянии мощностей хранения, о состоянии мощностей перерабатывающей промышленности. В общем, есть у меня предположение, что аграрии Башкортостана находятся в более сложном положении, чем нам пытается представить господин Фазрахманов. Пятым вопросом оперативного совещания был вопрос о перечне дорог, подлежащих ремонту в 2023 году. Доклад этот делал все тот же Александр Таксист Колебанов, который у нас еще занимается не только извозом, но и ремонтом автомобильных дорог. Господин Колебанов сообщил нам о том, что в республике сформирован дополнительный резерв финансовых средств на ремонт дорог. Причем этот дополнительный резерв составит примерно 4 миллиарда рублей. Ну, существенная сумма. И вот он уже придумал, куда эти 4 миллиарда пристроить. Перечень объектов, которые будут отремонтированы за счет этого дополнительного резерва, следующий. Дорога Сибаяк-Яр 24 километра. На нее Колебанов потратит 584 миллиона рублей или 25 миллионов рублей на каждый километр этой дороги, что, соответственно, приводит нас к цифре 25 тысяч рублей за 1 метр дороги. В Иглинском районе отремонтируют 17 километров дорог, причем дороги в Иглинском районе существенно дешевле, чем в Сибае. 261 миллион отводит на их ремонт господин Колебанов, и это говорит нам о том, что 1 метр дороги в Иглино стоит только 15 тысяч рублей, соответственно, 15 миллионов рублей за километр. Может быть, они у них там поуже, я не знаю, в Иглино. 540 миллионов рублей из этого резерва Колебанов истратит на отсыпку дорог гравием, дорог, которые ведут к индивидуальному жилому сектору в районах. По 10 миллионов рублей на район выделит Колебанов. 355 миллионов рублей Колебанов планирует потратить на
замещение выпавшего федерального финансирования. Вот здесь, простите, у меня вопрос. А почему выпало федеральное финансирование? Что такого натворило башкирское правительство, что федеральное правительство отказало им в выделении 355 миллионов рублей на ремонт дорог? Или это опять СВО, которое само себя не профинансирует? Я не знаю. 250 миллионов рублей Клебанов истратит на ту самую знаменитую дорогу Бирск-Тастобы-Садка. Причем не просто на ремонт этой дороги, а на восстановление этой дороги. Мы все помним эти знаменитые фотографии, когда вот эта новенькая дорога Бирск-Тастобы-Садка треснула пополам настолько, что в трещины помещался взрослый человек. И это сразу после того, как она была сдана в эксплуатацию. У меня вопрос. Если ее так фигово сделал подрядчик, то почему заказчик не потребует за счет подрядчика переделать дорогу? Почему Клебанов с радостью выделяет еще 250 миллионов на то, чтобы исправить чью-то некачественную работу? Вот здесь, по-моему, уже вопрос не к Клебанову, а к прокуратуре. Закономерно ли, законно ли выделение вот этих средств на восстановление дороги, которая только что была сдана в эксплуатацию? Еще 100 миллионов рублей Клебанов щедрой рукой выделяет на ремонт дорог, которые ведут к садовым товариществам. Протяженность этих дорог пока еще не выяснена, это просто абстрактная цифра. Ну, 100 миллионов потратим. Уверен, что освоит. Ну и 100 миллионов рублей Клебанов выделяет на нанесение горизонтальной разметки в городе Уфе. Вот тут у меня вопрос. Простите, а это не двойное ли финансирование? У нас в бюджете города не выделены те же деньги на разметку по городу Уфе. Почему из какого-то резервного фонда туда еще раз выделяют деньги? Вообще, конечно, схематозы максимально мутные у этого таксиста, так что, ну, по-моему, сразу надо проверять из прокуратуры. Ну, оставшиеся 2 миллиарда рублей, которые не вошли в вот этот вот предыдущий перечень, Клебанов потратит на ремонт неких 15 автодорог и 17 улиц. Ну, в число счастливчиков попадает, в частности, объект, вблизи которого расположена замечательная турбаза Альберта Мухамедьярова в селе Бердяш. То есть вот в этом селе Клебанов обновит автодороги. Ну, судя по всему, по личному ходатайству дорогого Ради Фаритовича, иначе не объясните вот подобный выбор. Клебанов, впрочем, утверждает, что отбор объектов для ремонта вот в рамках финансов вот этого специального нового фонда, этот отбор велся исключительно с учетом нужд семей участников СВО. Вот причем здесь это, я так и не понял до конца, да? Ну, может быть, теперь дороги строятся только для семей участников СВО. Но вообще продуктивнее было бы Клебанову просто вскочить на этом совещании и крикнуть «Я люблю Путина». Это было бы, наверное, ну, как бы эффектнее, правильнее и результативнее. А тут вот как-то издалека зашел, там дороги для нужд членов семей участников СВО. Не очень. Пожалуйста, не смейтесь, но шестым докладом оперативного совещания был доклад о благоустройстве общественных пространств в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2023 году. Ирина Александровна Голованова пригрозила нам всем, что в 2023 году она благоустроит еще 122 объекта в Республике Башкортостан. В текущем году мы планируем благоустроить 122 объекта, из них половина в городах республики. Она благоустроит парк в городе Октябрьском, парк Победы в Уфе. В Нефтекамске благоустроится район Мирас. В Салавате аллея Салавата Юлаева, естественно, Стерлитамаке набережная, причем набережной реки Стерли в Ишимбае, парк имени Матросова. В Туймазах будет благоустроена аллея около парка и площадь перед театром. В Дюртюлях тоже набережная, в Янауле центральная площадь. В Белебее улица Ленина, в Белорецке сквер Блюхера и много-много других замечательных объектов по Республике Башкортостан. Как я уже и говорил, священное хабировское благоустройство окончательно стало основным способом освоения бюджета Республики
республики команды «Х», но есть и дополнительные способы, они не такие уж маржинальные и грандиозные, но я все-таки предсказываю всплеск прямых поставок всевозможной лиственницы в республику Башкортостан, появление в каждом маленьком и среднем населенном пункте какого-нибудь деревянного трапа, вокруг которого будут суетиться с молотками и пилами товарищи с характерной внешностью из числа тех, которые, например, строили нам парк Кашкадан с этой замечательной лиственницей, которая теперь отваливается, гниет и трескается, но никто не обращает на это внимания. Деньги освоены, и еще 122 объекта будут благоустроены в текущем году. Ну и чтобы вам не казалось, что оперативное совещание было вот таким унылым, скучным и однообразным, в завершении обзора оперативного совещания расскажу о докладе, который меня вот повеселил от души по всем параметрам. Доклад этот был об организации прямого авиасообщения с республиками Узбекистан, Республикой Беларусь и Исламской Республикой Иран. И предпринимаемых мерах по увеличению туристического потока в эти страны. Первым пригласили доложить об этих всех обстоятельствах и задачах министра туризма и развития предпринимательства Авзалова Рустема Ахметкаримовича. Того самого, который, как выяснилось недавно, в правительстве стажируется на тему изучения русского языка, а вовсе не руководит министерством. Ну, это со слов Ради Фаридовича. Авзалов сходу заявил, что все эти направления, Иран, Беларусь и Узбекистан, являются перспективными для развития туризма. Конец цитаты. Все три направления абсолютно являются перспективными для развития туризма. Как отрезал. При этом господин Авзалов полагает, что для туризма в Беларусь целевой аудиторией для социального туризма является возрастная группа 55-60 лет. Вот с чего он это взял, непонятно. Какое-то, может, исследование провел, опрос или еще что-то. Но заявил и все, как отрезал. При этом господин Авзалов уже готов выделить из бюджета Республики Башкортостан 30 миллионов рублей на то, чтобы спонсировать и софинансировать 2000 поездок в Беларусь. Проект предполагает организацию поездок 2000 представителей старшего поколения из Башкортостана в Беларусь на условиях субсидирования из бюджета части затрат туроператора в размере не менее 15 тысяч рублей. Общий объем средств, необходимый для реализации данной программы башкирско-белорусского долголетия, составляет 30 миллионов. Вот настолько не хотят граждане Башкортостана ехать в Беларусь, что им нужно доплачивать за то, чтобы они туда поехали. По 15 тысяч рублей господин Авзалов готов компенсировать каждому, кто приобретет тур на 7-8 дней в Беларусь и согласится туда поехать. Дальше немножко мутненько так получилось в его докладе, потому что, ну, очевидно, что Авзалов никакой специалист по туризму, потому он даже не владеет особенно терминологией. Описывая вот этот самый тур на 7-8 дней в Беларусь, он упомянул, что в него входит трансфер, проживание, питание, экскурсии. И обойдется этот тур примерно в 40 тысяч рублей, из которых 15 будет компенсировано государством. Но вот в этой всей болтовне Авзалова не было ни слова о авиабилетах. Я не поленился, зашел на сайт авиакомпании, которая летает в Минск из Уфы, и определил, что билеты в зависимости от времени вылета, значит, от даты вылета в Беларусь и обратно из Уфы вам обойдутся от 13 до 24 тысяч рублей. Без учета багажа. То есть с багажом вам обойдется туда слетать туда-обратно 30 с лишним тысяч рублей. Ну, то есть эту цифру еще нужно добавить к тому, о чем говорил Авзалов. И уже получается недешево. Напомню, всего на 7 дней. То, что касается туризма в Узбекистан, как выразился Авзалов, это все в стадии обсуждения. Ничего не решено, но у нас есть 5 рейсов в неделю, сказал Авзалов, что, ну, как бы неплохо для туризма, на первый взгляд. А вот с Ираном все совсем плохо. Плохо и тихо.
Рустем Ахметкаримович кому-то туда, в Иран, написал письмо. А коварные иранцы взяли и не ответили ему на письмо. И теперь он не знает, как же обстоят дела с туристическим обменом с Ираном. В адрес Министерства культурного наследия, туризма и ремесленничества Исламской Республики Иран направлено письмо. Хочется подсказать ему, что пока месяц Рамадан идет, в Иране с этим, знаете, строго. Я полагаю, что они решили пока воздержаться от общения с персонажами типа Авзалова. Ну, священный месяц, понимаете, потом, как-нибудь потом. Но в целом цены, конечно, кусаются, потому что даже Авзалов вынужден это признать. Он сообщил о том, что в среднем тур в Узбекистан, опять же, на неделю обойдется в 85 тысяч рублей на человека. А вот тур в Иран на неделю, по предварительным подсчетам, может стоить 120 и больше тысяч рублей. И это на 7 дней. Высокая стоимость туров. Вот если мы говорим по Узбекистану, средний тур на 7 дней составляет порядка 85 тысяч с перелетом в Узбекистан на человека, то в Иран эта стоимость составляет от 115 тысяч, если это индивидуальный тур, и порядка 122 тысяч, если это 7-дневный, 8-дневный тур групповой. Самое смешное даже не в том, что там нет рейсов, там в Иран не летают самолеты, и вовсе не 5 рейсов в неделю летают в Узбекистан в один и тот же аэропорт. Самое смешное – это вопрос, найдется ли в Республике Башкортостан хотя бы дюжина желающих платить по 18 и больше тысяч рублей в сутки за возможность посетить страну, где людей казнят прилюдно, вешая их прямо за шею на строительные краны, на всеобщее обозрение. Вот вы хотите посетить такую замечательную культурную, гуманную страну, как Иран, где вот подобные мероприятия практикуются с завидной регулярностью? Чуть что не так, человека, значит, в петлю и на строительный кран подвешивают. А если женщина там немножко приспустила платок на голове, то вполне считается законным забросать ее тяжелыми предметами прямо в магазине. Ну, чудесная страна, так что, как говорится, милости просим. При этом стоит отметить, что Рустем Авзалов докладывал вот всю эту нелепую чушь на великолепном, чистом русском языке. Организована работа с членом Генсовета Комитета по туризму. Мы с Кривенковой также вышли на связь. И сейчас вместе совместно мы готовим техническое задание по упаковке туров. Мы должны признать, что курсы русского языка, организованные силами правительства Республики Башкортостан по прямому поручению и исключительно для Рустема Ахметкаримовича, дали животворный эффект. И Авзалов овладел языком Пушкина и Чапаева абсолютно в полной мере. И теперь его можно отправлять, срочно отправлять обратно в Сибай. Ну, в Уфе ему теперь точно уже делать нечего, русский язык он выучил. А вот стипендия на этих курсах, она тяжелым бременем лежит на шее налогоплательщиков, потому что, ну, почему-то эта стипендия называется зарплатой министра. Так что все достаточно, курсы закончены, русский язык выучил. Действительно, без всякой насмешки, отмечаю, что Авзалов говорит по-русски грамотно и чисто. Все, можно отправлять обратно в Сибай. Далее содокладчиком по тому же самому вопросу туризма в Иран, Белоруссию и Узбекистан сделался Александр Таксист Колебанов, министр транспорта, который существенным образом подкорректировал сказанное господином Авзаловым по содержанию, заявив, что рейсов в Узбекистан хоть и 5, но они в разные аэропорты. 3 из них в Ташкент и по одному в неделю в Наманган и в Самарканд. Если смотреть какую-то туристическую схему, то это действительно не очень удобно. Ну, рейс в Минск и вовсе один. На данный момент выполнено 4 перелета Уфа-Минск, Минск-Уфа. Колебанов осторожно сообщил, что в Иран рейсов нет, а в Минск из Уфы авиакомпании, в общем-то, пускать еще больше рейсов не желают и не стремятся. Ну, какой смысл гонять пустые самолеты? При этом Авзалов в этот момент встрял в разговор и потребовал все-таки
организовать второй рейс в Минск, потому что, дескать, у него тогда никакой туризм не получается. Для того, чтобы обеспечить качественную загрузку рейсов в Беларусь конкретно, да, потому что все-таки стоимость туров, как я уже обозначил, она недорогая, то важно второй рейс. И это сегодня архиважно. На самом деле, конечно, туризм не получается не потому, что нет самолетов, а потому что, ну, на самом деле, туризм в Белоруссию или туризм в Иран – это абсолютный абсурд. Слушая всю вот эту бильберду, Назаров отметил, что недопустимо, кроме того, что вот так вот странно все устроено с нашими перелетами, еще недопустим и отмены рейсов, потому что он упомянул недавний перенос рейса Уфа-Ташкент аж с четверга на воскресенье. Ну, тут я соглашусь с Андреем Геннадьевичем, это неприятная неожиданность, когда турист, например, собирается вернуться обратно в солнечный Наманган, посетив солнечную Башкирию, а ему переносят на 4 дня рейс, и вот что ему дальше делать, непонятно. Очевидно, что вся вот эта затея сделать туристическими маршрутами поездки в страны, которые совсем не являются туристическими, даже солнечный Узбекистан с его Самаркандом и Наманганом, это, ну, знаете, весьма сомнительная туристическая точка на карте мира. Затея, вся эта затея, она бредовая, абсолютно провальная. И вот, честно говоря, выглядит как какая-то жалкая попытка доказать, что, ну, смотрите, мы обойдемся и без Турции, и без Таиланда. Дело в том, что раньше в Турцию, например, ну, могла полететь любая продавщица пятерочки, 16-20 тысяч, и она на неделю, значит, ну, в трехзвездочном, но отеле где-нибудь в Анталии. Сейчас это категорически невозможно. Сейчас стоимость тура в поездке в ту же Турцию, в ту же трехзвездочную скромную гостиницу выросла в разы. Продавщица из пятерочки начинает нервничать и задавать вопрос: а что так вообще? Я, собственно, работаю на той же работе, получаю зарплату даже больше, чем вот там 5 лет назад. Она в цифрах-то выросла. А вот в Турцию поехать не могу. И вот тут, видимо, ей придумали такое утешение. Ну, ничего страшного, поедешь, например, в Иран. Посмотришь, как там людей на строительных кранах вешают прямо за шею. Ну, это мое предположение. На самом деле, конечно, время покажет, насколько все это удастся, насколько это все забавно и интересно будет большому количеству людей. Я не сомневаюсь, что найдутся энтузиасты и какие-то особенно пытливые умы, которым интересно посмотреть Иран, которым интересно посмотреть и Узбекистан, и Афганистан, и Пакистан. Многие ездят посмотреть, например, Южный Судан. Не все, правда, оттуда возвращаются, но некоторые едут посмотреть. В общем, время покажет, а мы будем наблюдать со стороны.